Да. Я его так долго искал. Сказывай. Не, я просто говорю то, что у тебя какие-то гейские наклонности. Ну. У меня-то гейские наклонности. Кстати, чертополов, ты свой смех вообще слышал со стороны? Я потом нарежу, блядь. Это вообще рофл, нахуй. Нахуй ты урезаешь смех людей, блядь, ебанат. Это не просто, это просто смешно было. Уходим оттуда, ёбать. Нет, что ты в Ютубе типа делаешь? Сам себе там видосы лайкаешь, там комментируешь, сам себе. Все, мужики, мужики, спокойно, calm down, окей? Блядь. Видишь, Рек, чертополов даже ржет над тобой, блядь. Я над тобой ржу. А, да, ёх ты! А что, реально, что ли? Ты, блядь, это не мне причем говоришь, ты это Ректу объясняешь, потому что ты думаешь, что он тупой, блядь. А он бы не понял, да? А он бы типа не понял, блядь. Кстати, чертополох, а ты перестал мяукать? Нет, я все еще. Ну-ка попробуй сейчас помяукать.